Первый этап традиционной спартакиады педагогов стартует в физкультурно-спортивном центре. Учителя, судя по внушительному представительству, очень ответственно подходят к участию в корпоративных стартах. Помимо ответственности, здесь есть возможность проявить массу качеств, которыми должен обладать настоящий педагог. Хорошую физическую форму, готовность прийти на помощь коллегам и стремление к отличным результатам. Сегодня спортсменам предстоит участие в теннисном турнире, состязание школьных руководителей в меткости глаз и твердости рук на площадке для дартса и интеллектуальные шахматные поединки. Педагоги, постоянные участники спартакиад, очень хорошо друг друга знают. И не только в связи с основной работой, но и благодаря таким турнирам. Опытные учителя с сожалением отмечают, что молодежь не особенно рвется постоять за школьную сборную. Мы пытаемся сподвигать. В эстафеты разные их привлекаем. В другие какие-то мероприятия. Ну, если... А такие виды спорта, как теннис, это уже чисто такой профессиональный, поэтому здесь обучение надо долгое и длительное. Ну, конечно, и готовим профессионально, пытаемся, потому что правильно Владимир сказала, вот в легкой атлетике в частности. А в таких видах спорта, где же надо тренироваться заранее, за полгода, за год не научишься этому. Поэтому одним составом. Мы вообще школа первая одним составом, у нас там человек 10 играющих. Играем, нам средний возраст уже достаточно серьезный. И все же молодежь, пусть и не массово, но вливается в ряды участников спартакиады, которую можно представить как маленький срез кадровой ситуации в педагогике. Однако пусть медленно и с трудностями, но молодые учителя становятся серьезными спортивными соперниками и надежными коллегами в школьных коллективах. Я даю знания маленьким детям. То есть вы ни разу не пожалели о полученном образовании и то, что пришли в школу? Нет, не пожалела. И у меня есть еще возможность привить их тоже к спорту. Они, смотря на меня, тоже занимаются. Спортивный азарт царит на трех площадках спартакиады. Самые зрелищные и эмоциональные, конечно, теннисные поединки. Сегодня за право быть лучшими сражаются 12 команд педагогов. Однако не менее напряжены при внешнем спокойствии участники турнира по дартсу. Сегодня в «Яблочко» пытаются попасть руководители образовательных учреждений. У шахматистов атмосфера накалена не меньше. Здесь выстраиваются победные комбинации, и фигура одна за другой покидают шахматные доски. Половину воскресного дня отдали шушенские педагоги участию в спартакиаде, которая определила сильнейших в трех дисциплинах. Лучшими среди теннисных команд стали школьные учителя из Синеборска и воспитатели Казанцевского детского сада. Шахматные партии по сумме набранных очков сложились в пользу педагогов из первой школы. Ну а в турнире руководителей по дартсу победителями стали директор школы номер 3 Сергей Самсонов, его коллега из первой школы Людмила Муравьева и заведующая первым же детским садом Елена Котова. Спартакиада педагогов продолжится на весенних каникулах, где будет разыграно еще 4 комплекта наград. Ксения Соковикова, Сергей Ковалев, Шушенское телевидение.